Габар, кочующий шейх, захватывает поселок Скотопасов, где находится большой ресурс чистой воды. Сопротивление пытается оказать девушка по имени Динара, но Габар делает ее союзником. У Габара есть конкурент, предводитель степных кочевников Карабалта. Габар назначает ему встречу для переговоров. Динара тайно встречается с Гора, лучшим учеником школы единоборств. Юношу не устраивают скрытые отношения, и он предлагает девушке все бросить и уехать в другие края. Динара просит его повременить. Индейский вождь, благодарность за оказанную услугу, дает Малгаю наводку на человека, который имеет доступ к легендарному тайнику красных камней, закладке военных еще с прошлых времен. Этот человек – торговец Мустафа. Малга решает проследить за Мустафой. Тайник также разыскивает спецслужбы Манчжурских Эмиратов. Их интересует некий стратегический объект, находящийся там. Не оборачивайся. Ты Малгай? Да. У тебя есть оружие? Есть. Покажи. Положи его на землю и сделай два шага назад. Я думал, мы здесь бизнесом будем заниматься, а не играть в игры. Покажи, положи, отойди. Ты вообще кто такой? Такая? Такое? Делай, как я говорю. Ого! А где Батор? Я вместо него. А ты вооружена? А как же? Им еще надо уметь владеть. Смотри. А вот ты без оружия. А это еще кто? Меня зовут Саяна. Это Шушин, это Гэс. Мои напарники. Саяна, Шушин и Гэс. Что-то знакомое. А, да. Ну, ваши отцы-основатели были с чувством юмора.
А что с Батором? Подстрелили на границе. Молодец, Саяна, вовремя. Завтра в полдень у сухого ручья. У меня встреча с одним человеком. Зовут его Малгай. Он принесет товар. Рассчитайся с ним. Обо мне не думай, уходи. Не переживай, небо мне поможет. Товар принес? Будешь проверять? Обязательно. А Батор мне всегда доверял. Товар хороший. Сколько хочешь за него? Это же грабеж. Хао, давай договоримся. Если мы работаем вместе, то будешь иметь дела только со мной. А, да. Если что, ты можешь мне всегда найти в чифанке. Огненная вода и медный труб. Саяна, об этом Малгае ходит дурная слава. Тот еще проходимец. Дела с ним иметь опасно. Вот ждал. Да знаю. Я за ним присмотрю. О, конь-конь. Иди индыхурук ты, духряварик ты. Караболта предлагает вам угоститься. А что это? Это гунархи, это ватерно дэвнтангэша. Он говорит, что это молочная водка, напиток богатырей. Нига, духрябачха гамнави. Это шамда золганави. Из тех мест, откуда я прибыл, пьют более изысканные напитки. Караболта таких не пробовал. Пользуясь правом гостя, позволь мне угостить тебя. Они там дай на архе яшен. Ямар ёмон гэшта? Нышни. Ём. Харикурны арше. Хортай байж болха. Ну, манай хүнэ арша хам юм байхгүй да. Они, конечно же, вам очень благодарны, но нет ничего лучше молочной водки. Да?
Ну, а я, пожалуй, выпью. Я хочу выпить за хозяина этой юрты и вождя племени, славного воина Карабалту. Габар смотрел на этих степных людей и уже точно знал, как с ними нужно вести переговоры. Открытое столкновение не сулило ничего хорошего. До конца в такой войне победить невозможно. Наемников Габара для этого было слишком мало, а длительная партизанская война с кочевниками Габара не устраивала. Нужен был другой план, исключающий даже маленькую войну. Скажи ему, закон не может быть законом, если за ним нет силы. Алдар был пленником Карабалты, но пленником на особом счету, так как он знал много языков и был переводчиком Карабалты в его переговорах. И хотя Карабалта приблизил его к себе, Алдар втайне надеялся, что за него привезут выкуп, и он вернется к себе на родину. Карабалта говорит, что за эти деяния скотопасы тебе благодарны не будут. Хариш байрма, тирон дога зарехунут сывырбен, хархады хусте гойхунут бен. Зони харакши, ямор сывыр хорхин зонгыш ва, манай малшаттар хадозлы хорхин. Но, тиму де. Габар, ши орто дын ихы юма авнышада. Карабалта говорит, что ты берешь на себя слишком многое. Я знаю, что до тебя здесь был Дугар со своим народом, но ты выгнал его. А теперь пришел я, и я здесь останусь навсегда. Шамды, ины газарга, башкого, ирхы вейнылда, намду уй. Хорошо, Карабалта говорит, что завтра будет разговаривать наше оружие. Сегодня он говорит, что вы его гость, и хочет он выпить за вас. Ты настоящий воин степи, я это вижу. Но я объявил скотопасам, что буду их охранять. Мне нужен этот ресурс воды. Там, откуда я прибыл, вода очень большая ценность. За нее дают жизни. Да что там жизни? Целые города идут на поклон врагу за глоток воды. Ты кочевник. Сегодня здесь, завтра там. Но однажды, вернувшись сюда, ты застанешь здесь других людей. И они не будут с тобой говорить, как я. И тогда прольется кровь. Много крови. Кровь твоя и твоих людей. Мене сырыкшит хусте, зурхуте, шанга батырнут. Танзоп. Мои воины сильные, храбрые люди. Они-то умеют воевать. Нападать на одиноких путников и грабить караваны – это одно. А воевать с хорошо обученными профессионалами, наемниками – это другое. Мене сырыкшит. Экуэлда. Экуэль. Наши воины не боятся смерти. Ты пойми, я никогда не изменяю своих решений. Что подумают скотопасы? Они подумают, что Габар испугался Карабалту? Я потеряю лицо. Я приехал сюда навсегда. Древние говорили, что из любого безвыходного положения есть 36 выходов. Нам нужно только один. Два совершенных мужа всегда могут договориться. Ты прав. Бойня нам ни к чему. Можно же обойтись и малой кровью. Давай устроим турнир. Твои люди против моих. Один на один. Мене сирикшит на шанга хусте десенте. Толдыхады жикте хэмбэнэ. Да, мене яғызаншалары. Хыдын толылдан балхы ятыпшыды. Тегет хымны дейлдіні ба, тірімні ябаха балдыны. Тимул. Тимул, да, Тима. Зуб, зуб. Это будут честные поединки. Проигравший уходит. Мене сыха, унын толылдан балхы бэнэ.
Шугдани, инде Анил Харилха. За волха, 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 волха. За волна, волна има. Хри ошар волха. За волна, волна. За не тула волха до волха. Итак, завтра бой. Талдан мя влоза. Гора и Динара встречались тайно. Многие бы удивились, узнав, что этих совершенно непохожих и несовместимых по характеру людей могут связывать любовные отношения. Его знали под именем Гора, что на местном диалекте означало «волк». Так он назвался, появившись много лет назад в школе восточных единоборств. Даже Динара ничего не знала о его прошлом. У каждого была еще и своя жизнь, поэтому они не могли встречаться постоянно. И здесь посредником служил древний горшочек, который, со слов Динары, был найден в заброшенном городище и являлся, опять же, со слов Динары, ничем иным, как магическим сосудом. Они приходили в условленное место, и если кто-то отсутствовал, нашептывали в этот сосуд слова, которые касались только их двоих. И каждый из них, приложив сосуд к уху, мог услышать эти слова. Горшочек надежно хранил их секреты. Это был как бы их совместный оберег. От любви не умираю, но болею, как от ран. Мотаюсь в этих степях. Всю гуранью прошел вдоль и поперек. Такого повидал. Внимание, гуранье и вы, уважаемые приезжие. Сейчас будет почти новая фильма. Опять старье включаешь? Нет, на этот раз у меня новые обрезки. Их привезли с последним караваном. Ну ладно, давай. Не пропадай. Ну как тут пропасть, когда такой мужчина беспокоится? Мне будет угодно. Свидимся. Я бы хотел этого. Я тоже. Ну че сидите? Эй, волосатый, костите! Давай экран! Thank you.
Кстати, скажи мне на прощание, почему тебя зовут Малгай? Где-то по-монгольски означает шляпа. Да это мне так местные прозвали. А как твое настоящее имя? У меня много имен, я уж и не помню настоящее. Малгай, потому что это мой талисман. Если хочешь, оберег. Ну ладно, давай. Давай. Генерал, вам это нужно увидеть. Вот взяли, на рынке. У нее вещи из тайника. У меня к тебе только один вопрос, красавица. Где ты взяла этот товар? Кто это? Он был с ней на рынке. Видно, что-то в виде помощника. От тебя зависит. Будет он сегодня или нет? Стойте! Этот товар не мой! Я покажу вам этого человека. Зая, ты здесь? Не представляешь, как я рад тебя видеть! Ничего не спрашивай. Беги, если успеешь. Это страшно, прости. Я тебе хотел сказать... Я могу помогать? Ну, допустим. Конечно. Чего это ты взял? Парень, ты что? Кто еще? Да вы кто? Если не за хаводский рис, то я ее не угонял. Ну, взял мешок, так я его верну. Да если за долгой куры, так его отдам через неделю. Ты что, Саяна, сдала мне этим усколобым? Как же так? Ведь мы же партнеры. Это он? Да. Теперь мы можем уйти? Идите. Пропусти. Нож. В следующий раз увижу, убью. Твои вещи. Только не говори, что ты нашел их где-то в степи. Точно нашел. А как вы догадались? Я даже место покажу. Вдруг там еще чего валяется. У меня мало времени. У тебя тоже. Ты покажешь мне это место и останешься жив. Я даже не сделаю тебя калекой. Конечно, покажу. Дайте карандаш и бумагу. Я нарисую, как туда добраться. Нет, ты не понял. Ты поедешь с нами.
Эй, вы чё? Передай своему учителю, что этот мешок последний. Мы с вами в расчете. Продуктов больше не будет. Бесплатно нет. Кому нужны мои бараны, а? Тебе? Кляйный дрик. А это мне хорошо зашло. Я-я. Основа предков. Эй, ты! Come to me, швайне! Эй, пошел вон, а швайне! А может, выкупите моих баранов? Тинц! О, импорт! О, шина дрингу! И ваши услуги больше не нужны. Наши караваны теперь будут охранять вон эти уроды. Чина, шнапс, моя езду. Эй, ты! Чучело! Ты! Гора, не связывайся с ними. Не стоит. Ты, чучело, я к тебе говорить. У вас тут весело. Я впечатлен. Эй, парень, кажется, у меня есть предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Пойдем со мной. А с вами... С вами я поговорю позже. Здравствуй, Мустафа. Узнал меня? Вижу, что узнал. Хорошо живешь, Мустафа. Эй, Ахмед, Алик.
Они отдыхают. Ты всегда умел красиво жить, Мустафа. Королевские виски в наше-то время. Выпьем за встречу. Я не пью. Давай не чокайся. Быть может, это последний глоток твоей жизни. Хороший у тебя товар. Скажешь, где взял? Покажешь, где взял? А вещица-то? Из тайника 34-го отряда. Если здесь и сейчас мы с тобой не договоримся, я тебя застрелю. Я не виноват, полковник! Меня подставили! Это уже не важно. Я тебя нашел. И это факт. Давай, рассказывай. Это был настоящий ад! Я сам чудом выжил! Но поверь, я не повинен в смерти твоих людей. Ладно. Мертвых уже не вернуть. Я здесь по другому поводу. Я вижу, ты за счет тайника неплохо поднял свой бизнес. Таскаешь мурдяк потихоньку. Можешь заниматься этим и дальше. Но меня там интересует одна вещица, ради которой проделал весь этот длинный путь. Завтра отведешь меня туда. Я отведу тебя к тайнику. А где гарантии, что ты меня не застрелишь? Вот. Когда пойдем? На рассвете. Дорожные сумки. Мне через 2 часа вставать. Ночью степи теперь холодные. А это тебе. Офицерская. Еще один звоночек из прошлого. А ты, я так понял, не едешь. Сладко пришлось все эти годы. Да и много ли нам, женщинам, надо? Крыша над головой, да и хоть какая-то стабильность. Да, ты, пожалуй, права. Ехать в неизвестность – это не про вас. Прощай, дочь генерала Гранина. Прощай, капитан Хабаров. А помнишь тогда давно, когда меня арестовали? В офицерском клубе шел какой-то французский фильм. Сначала я опоздал, а конца не увидел, забрали прямо из зала. Так вот, там был какой-то интересный мотив. Всю жизнь уходит у меня из головы. К сожалению, название картины я так и не знаю. А мелодия? Картина называлась «Искатели приключений». О, их не удержать. Одна только ночь и вновь пустая кровать. Там, где приключения, сны наивных бродяг. Им так хотелось мир спрятать в карман, но как? Увы, не остановить
того, кто решил плечом все двери открыть. Что ж, платой свободе порой бывает и смерть. Нам остается жить, слагать легенды и петь. Вы, спасибо, что дождался. Не передать, как ждать, увы. И мне познать тепла, но их не удержать. Одна только ночь и вновь пустая кровать. Но вот брошены кости, и началась игра. Значит, смахни слезу и улыбнись, пока. Ого! Саяна, ты? Нож верни. Я не понял. Сначала ты мне сдаешь с потрохами, а теперь выручаешь? Тогда у меня не было другого выхода. А сейчас я не могла поступить по-другому. Ну и на том спасибо. А то у меня тут такое дело прогорает. А коней я тебе потом верну. Ну ладно, пока. Эй, Малгай, ты кое-что забыл. Ого, ты что, была в моем жилище? Но это еще не все. Зорик сказал, что Мустафа выехал из города и направился в сторону Красных Камней. Так что нам в другую сторону. Зорик? Сказал тебе? Так ты что, тоже ему платила? У нас мало времени.
Мы должны успеть их перехватить. Их? А что, Мустафа не один? Здравствуй, раскосая, черные косы, дикой тропой привели тебя звезды. Блеск твоих глаз соблазняет удачу, сердце кольнет и отправится дальше. А в нашем баре такие законы, вес аргументом добавят патроны. А в нашем крае плакать нет повода, честное слово, дороже золота. Путь к красным камням предстоял не близкий. И Саяна, и Малгай были уверены, что хитрый Мустафа, на всякий случай запутывая свои следы, выберет длинный путь. Поэтому они приняли решение ехать прямиком к красным камням и ждать Мустафу там. Знаешь о тайнике? Вот я представляю большую пещеру, полную сокровищ. Ну, как у Али-Бабы 40 разбойников. Но чтобы попасть туда, надо знать заветное слово. Ну, типа Сим-Сим. Так вот, Мустафа для нас и есть этот Сим-Сим. А кто такой Али-Баба? Что-то я не слышала о таком разбойнике. Он что, здесь недавно появился? Это что, бандит? Типа Амирхана? Понятно. Ты хоть читать-то умеешь? Я умею читать следы. А еще я умею читать по лицам. Ну и что ты можешь прочитать на моем лице? Ты уверен, что хочешь это услышать? Думаю, нет. Саяна, зачем тебе все это? Тут такое дело, и подстрелить могут. Так и тебя могут. Так меня всю жизнь стреляют. Так и в меня тоже. Ты что такая отчаянная, ничего не боишься? Так хочешь разбогатеть? У меня, Малгай, свои мотивы. И очень серьезные. И тебе об этом лучше не знать. Мы напарники. И пусть все так и остается. И еще... Мне без разницы, что мы найдем там в этом тайнике. Главное, чтобы это имело ценность во внешнем мире. Пора ложиться. Завтра рано вставать. Спать будем вместе. Так мы не замерзнем.
Малгай, ты уверен, что твои желания совпадают с моими? Ну, я думал, мы уже того. А что, нам что-то мешает? Время. Какое время? Которое еще не пришло. Спи. Время не пришло. У меня время пришло. Сама же говорила, напарники, давай, останемся. Я не ошиблась. Они едут к красным камням. Значит, ты все знаешь про тайник. Ты невысокого мнения о женщинах. Нет, что ты. Я не хотел тебя обидеть. Кстати, как будем делить добро? Предлагаю тебе 30%. 30? А кто тебя спас? А кто сдал? 50%. Они бы тебя и так выследили. Эти люди знают свое дело. Профессионалы. Ладно, договорились. 35%. 50%. Что, уже пришли? Да, почти. Так, короче, видишь вот этот вот распадочек? Прямо вот в него спускаешься, налево поворачиваешь, там красные камни увидишь. А в них и пещера, как Али-Баба 40 разбойников. А мне пора. Мне пора, брат. Дел много, и так много времени с тобой потеряли. Мустафа, я что-нибудь тебе должен? Нет, брат, что ты мне должен? Ничего ты мне не должен. Все подарок. Ну, позволь хоть обнять тебя на прощание. Ну, пошел так пошел. Да не туда, брат. Так же короче. И что, брат, ты мне до сих пор не веришь? Ай! Что случилось, Мустафа? Почему не идешь дальше? Ты забыл мне сказать, что подходы заминированы? Ай! Никуда не уходи. Я скоро вернусь. Полковник! Полковник! Вытащи меня отсюда! Венчала, и чего я родился под несчастливой звездой такой, а? Почему удача отворачивается от меня все время? Ага. А вот и полковник. Мустафа куда-то делся. Я подберусь с другой стороны. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй.
Ты заблудился, приятель? Или что-то потерял? Лгай? Полковник? Что ты тут делаешь? Наверное, то же, что и ты. А, посадил за Мустафой? Молодец. А где Мустафа? Одной ногой в могиле. Давай-ка уберем стволы. Неудобно разговаривать под прицелом. Расслабься, старина. Давай поговорим. Саяна! Саяна, ты зачем? Он же в тебя целился. А ты его знаешь? Да это же полковник. Полковник, ты жив? Крепше. Я получал пощечины от женщин, но большей частью это были поцелуи. Но прикладом по голове такое в моей жизни впервые. Саяна, какая очаровательная у тебя спутница. Я сражен наповал. Полковник, ты оказался не в том месте и не в то время. Ты в этом уверен? Слишком дорого нам обошелся этот тайник, чтобы с кем-то делиться. Делиться, говоришь? А вы не хотите спросить меня, хочу ли я взять вас в долю? Бедный, бедный Мустафа, бедный ты, бедный. Стоп, стоп! Давайте разберемся. Проследили за Мустафой? Молодцы! А этот тайник? Да я имею прав на него больше, чем вы вместе взятые. Чтоб вы знали, я единственный, кто остался в живых из 34-го отряда. Да? Ладно. Раз уж так получилось, поделим все поровну. Добра хватит на всех. А я не согласен, полковник. Может, хватит? Конечно, хватит. Я устал ждать, когда вы закончите. Генерал. Кто его привел? Ты, Саяна? Ты, обмылок, ты. Что это? Радиомаячок. Они тебя отследили, Малгай. У вас нет никаких шансов.
Орел со своих высот высматривает жертву. Им движет голод. Рыба идет на нерест против течения, преодолевая пороги и водопады. Ею движет желание оставить после себя потомство. Самец-олень бьется с соперником, защищая свою территорию. А что движет человеком, который тратит свои силы и энергию в погоне за призрачным счастьем, ложным богатством, сомнительной славой? Он вскакивает в седло, лишь только впереди замаячит таинственное сокровище. Он вступает в союз с любым, кто готов вместе с ним схватить за хвост ускользающую удачу. Ты знаешь о тайнике? То, что он укрыт и очень надежно. Еще я знаю, что Мустафа торгует вещами с тайника. Ну, ты видела его товар. Вот я себе представляю большую пещеру, полную сокровищ. Ну, как у Али-Бабы и 40 разбойников. Но чтобы попасть туда, надо знать заветное слово. Ну, типа «Сим-Сим, откройся». Так вот, Мустафа для нас и есть этот Сим-Сим. А кто такой Али-Баба? Что-то я не слышала о таком разбойнике. Он недавно здесь появился? Это что, бандит типа Амирхана? Понятно. Ты хоть читать-то умеешь? Я умею читать следы. И умею читать по лицам. Ну и что ты можешь прочитать на моем лице? Ты уверен, что хочешь это услышать? Пожалуй, нет. Пора ложиться спать. Завтра рано вставать. Спальный мешок один, поэтому будем спать вместе. Так мы не замерзнем. Молгай, ты уверен, что твои желания совпадают с моими? Ну, я думаю, мы уже того. А что? Нам что-то мешает? Время. Какое время? Которое еще не пришло. Давай спать. Как мы берем? Батер, ты операцию сделал! Не может быть! Молодцы, да? Меня в Суголе убьют потом. Общий берем. Общий, да? Внимание. Зо. Стоп, поспорим, ага. Сейчас свое фортушку снимаю, получается. Понял, что так. А как же? Им еще надо уметь владеть.
посмотри. Стоп. Я первый стыд прихожу. Хорошо. Сейчас это самое. Надо точку спить, потому что здесь более эффектный кадр. Она, по-моему, там дальше чуть-чуть будет. Не, просто диалог я бы хотел крупно отнять. Здесь диалог крупный. А потом уже перебивками можно и общие там извлекать. Меня зовут Саяна. А это Шушин и Гэс. Чё, дубль? Постарайся. Шляпа вот так пойдет? Да-да-да. Меня зовут Саяна. Это Шушин. Это Гэс. Покороче фразу. Внимание. Саяна, Шушин и Гэс. Что-то знакомое. А, да. Ну, ваши отцы-основатели были с чувством юмора. Вот сюда. Работаем. Дзо. Генерал, вам это нужно увидеть. Вот взяли, на рынке. У нее вещи из тайника. Снято. Так, чтобы раз, как бы, лица, что, как можно выстрел, больше лицо я вот так, наверное, да, и все. А, потом, а потом уже как бы глазами, раз на ситуацию, оно что-то забрали. И как раз, и нужно... раз уже застопорилось. Mm-hmm. Как бы такого плана. Вот, внимание. Так, подождите так. Чуть-чуть. Ну все, тебя сейчас работаем. Внимание. Дзо. Только что закончена еще одна съемка. Это эпизод встречи Саяны и генерала. Генерал убеждает Саяну рассказать, откуда она взяла товар. И потихонечку, значит, клубочек нашей истории раскручивается. Я автор проекта «Вещи», первый хотящий вестерн. Мы приступаем к съемкам приквела «Вещи». Ну, приквел на языке кинематографистов означает предыстория. То есть события, которые произошли до основной истории. Анатолий Пяцкий, наш оператор. Иван Данилов, наш оператор. Олег Новиков, один из ведущих актеров нашей студии. Оператор. Николай Тагонов. Еще одна главная роль в нашем фильме. И Андрей Пиков, тоже один исполнитель главных ролей. Буквально завтра мы собираемся снять одну из сцен, где нам нужны как бы несколько девушек для небольшого эпизода. Солнце в сомкнутых ресницах, осень глупая сестрица, залетает ветер под рубашку. В этот день возможно чудо, и хотя его не будет, листик скроет спящую букашку. В солнечных часах сломалась тень, я проспал и целый день стал на пике. В солнечных часах сломалась тень, я проспал и целый день стал на бекле. Кем-то брошенное окошко, словно книжка без обложки, из окна печалится на луже. День за ночью так и надо, если ты со мною рядом, значит я... Закон не может быть законом, говорит Габар, если за ним нет силы. А я хочу здесь установить закон и порядок. Мой закон и порядок. Ты думаешь, эти скотопасы будут за тебя это благодарны? Они будут ненавидеть тебя, как и меня. Пусть ненавидят, лишь бы боялись. Все, готовы. Поехали. Работаем. Сцена юрта. Пять красных камней. Кадр один. Эпизод один. Все, есть. Хорошо. Скажи ему, закон не может быть законом, если за ним нет силы. Хули гаши хусы гуйгор, хули баях куйгана. Хусы шадалтэл га, хули гаши тактат баях имуна. Стоп, значит убли. Шамдаш, намдаш, ины мальшаду да дургуя байхалда. Хариш байрма, тирух онда газарай хунут гойи байна да, хархады сувыр, хустэй хунут байна. За ней характер, я мужчина вверху буду дышать, ага. А мне малыш тархода амдохан говорил, да? Тимуты. Да. Его зовут Карабалта, что означает черный топор. Его так прозвали потому, что у него очень крутой нрав. И все свои проблемы он решает вот так. Жесты, да, надо усесть. Отлично. Готовы?
Зов. Куролда, игилікті. Игилікті. Где ты? Хайрандала. Все готовы? Дзо, да-да. Посмейся, скажи, ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Невеселый смех у вас. Так, ребята, на секунду выйти из кадра. Оксана, смотришь кадр сюда. Нужно подсветку что-нибудь делать, по-моему, хорошо? Нормально идет, конечно. Да. Внимание, Валера появился на холме, ты смотришь на него. Раз, два, три. Внимание, Дзо! Саяна, ты? Снято. Стоп. Ага. Угу. Сейчас, Валера, отсюда изнутри кадра спустишься и сядешь. Готов. Поехали. Есть, да? Дзо! Не попал в кадр. Не на том, спасибо. А то у меня тут такое дело прогорает. А коня я тебе потом верну. Ну ладно. Пока. Wonder Woman.